Всем привет снова, это Грибы. Сетевая компания 1 на... Ух ты, что такое? Что у нас со шрифтами? Это после обновления нашего замечательного. Одиночная сюжетная компания, нужно нажать и все. И поверх этого шрифта накладываются другие. Плохо, плохо однако. Пропало, странно. Мак пропал. Ладно, один на один тогда выбираем. С гипнозом поиграем. Достаточно простой такой герой. Что? Ну, у меня в глазах четверится как-то. Золотая лига, вижу. Красный, значит его атакуем. Да, рамку можно выбирать в зависимости от лиги, как я уже предполагал. А то странно было бы целую секцию в настройках отводить под рамки, где будет только одна рамка. Стандартная. Грохнули, походу. На 5, 4. Мне выиграть, конечно, будет это проблема. Просто проблема. Сейчас он вот это будет бомбить маленькое раздание, а потом вот это. А, ну и в принципе останется зеленый на красном. Непонятная система работает, потому что я один на один выбирал играть. Рейтинговый матч один на один с другими игроками. Нажимаем. Нажимаем. То есть я до этого показал, что я выбрал рейтинговый матч один на один. О, теперь работает. Нет уже четырех игроков. Все одинаковые, конечно, все равно. Ну да ладно. Загружай свою Apple. Или с чего ты там играешь? С андроидом? Да, я похоже с булочки с какой-то. С хлебушком. Сразу тактика, тактика. Что мы делаем? Сюда, сюда. Надо было первым делом захватить эту штуку. Для того, чтобы... тоже тут отжимает потихоньку. Очень интересные сейчас будут бои, сейчас мы будем тут все размножаться. У него здесь никого нет, кстати говоря. Я немножко погорячился, конечно. Ноль. Да, ну давай. Сейчас тебе поломаем. Мне не нравится такой расклад, вообще не нравится.
Ну, и хоть спокойно проходит через этот барьер. Ну, 300 на 40, конечно, это сильно. Достаточно бесполезная вещь со сканированием, потому что если контролировать всю игру, то предположить можно, что там. Ищешь друга для 2 на 2, посети наш канал Discord. Нет, спасибо, с такими друзьями-грибами. Гритули. Тактика будет сейчас. Ну как? Ну вот как? Я один на один искал, а вы мне даете. То есть после вашего обновления нужно все исправлять. С башни вообще не слышу. Башенку, я думаю, нужно отхватить у него. Это будет ход конем. Вообще, стилистически очень приятная игра. Это надо отметить. Сейчас запаникует, что я такой. Нет, он вообще не реагирует никак. Сейчас я не буду отжимать тоже. Но вообще тактический ход хороший очень. Мне он понравился, просто что по численности. Блин, у меня отжали точку, мне это не нравится. Отстань ты от меня уже. Вот тут я понимаю. Давай бомбить его будем. Массово и масштабно. Что сейчас будет? Не очень красиво получилось. Дом происходит, честное слово. Все пытается меня развалить тут. Фигушки. Сдаешься. Ну да, это очень токсично с твоей стороны было. Но у меня-то моралька, а не моралька одинаковая, но у меня две кузницы стоят. Просто буду толпу давить.
Прикольно. Он немножко полохнулся. Я тоже так могу. Сто на 200. Вы троих даже выбить не можете, одного убили. Какого-то жалко. Да, мораль, конечно, здесь играет огромную роль. Ну и появится всякие. Здесь всего три их и ничего. Мне плюс 3, плюс 9, и тому дали минус 6. А такая победа. Попробую с курочкой, с магнитами. Что там? Один на один, надеюсь, он хоть работает. Да, работает. Через пень-колоду провел. Плеер V07. Нет, улучшаться не нужно на этой карте сразу же. Сразу видно новичок. Ну да, должен захватить таким количеством бойцов. Пойдем захватывать. Тоже не получилось ничего из этого. Только способность потерял, бойцов потерял. Бедняги в расход все пошли. Просто отсюда теперь выходить даже не буду, потому что он расстреливает все башню. Как сумасшедшая стреляет. Не, он никак не выбьет под такой-то охраной. Это нереально просто. Ух ты! Опасник. Давненько ты играл тоже, я так вижу. Вернулся недавно. Бомбардиром буду. Димкью, ну русский какой-то, наверняка. Так, 25 и 100 сюда. Прямо один в один играем. А
я бы не повел войска так. Надо же. Но прокатило это. Не факт, что у меня бы прокатит. Толку, но все равно там что-то 500. 500, серьезно. Ну, так значит, что через центр никак не пройдет. Ой-ой-ой! Облончик. А, все, я... Блин, я или кто победил? Как так? Это я должен был победить. Фигня. А, он меня отжал или что он сделал? На два фронта воевать это не круто. Ой,
очень плохая идея была. Можно один на один, вот мне. По-быстрому. Он работает у вас, вот, да. Чуть-чуть работает. Думает, он думает, куда пойти. Мне не нравится, если думка, чтобы меня ворвали, я так передвигаюсь. Что мне сложно сказать, кто тут побеждает. Перестраивает? Серьезно? Что это горло дает? Дохнут они. Куда уж тут сохранять повтор, вы что?